вам, дорогие радиослушатели. Вы настроили свои приемники на радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем на частоте 9500 кГц в диапазоне коротких волн 31 метр. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи: литературная страничка с участием христианской поэтессы Раисы Саратовой. Далее вы услышите передачу из архива Русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. В эфире литературная страничка с участием христианской поэтессы Раисы Саратовой. Приветствую тебя, мой любезный слушатель. Мир Божий да пребудет с вами. Поговорим о вечном. В послании к евреям апостол Павел пишет: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Глава 9, стих 27. Нам порой сложно смириться с мыслью, что наш земной путь однажды прервется –